America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Всем привет! Зачастую все видео, которые находятся в Ютубе, да и вообще в социальных сетях про полицию, негативного, скажем так, уклона, да, о том, что полицейские неадекватные, малообразованные, хамят, грубят, пытаются всячески развести. Если не на деньги, то как минимум на постановление. Подписчик мне скинул видео, меня оно заинтересовало. В принципе, я считаю поведение полицейского, ну, плюс-минус адекватное. Сразу скажу, человеку постановление не вынесли. Вменял полицейские нарушения ПДД, а именно то, что человек припарковался в зоне действия знака 3.34 и знака остановка общественного транспорта. Там дается 30 метров от самого знака, да? Или от кармана. Ну, в данном случае там кармана нет заездного для общественного транспорта, а стоял знак. Еще что хотел бы добавить, то, что полицейские с 4-й роты батальона патрульной полиции Краматорско-Славянска, для меня это еще больше интересно стало. В 4-й роте, там что не полицейский, то в принципе контент-мейкер, да, то есть может загнать контент нормально для Ютуба нам. Хотел бы попросить вас написать свое мнение про полицейского, поддержать видео лайком обязательно и смотрим видео. Всем пока. Угу. Патрульная полиция, именно на Хлобовске, сержант патрульной полиции. Звертаюсь до вас все причины, что здійснили стоянку, зупинку під дорожнім знаком 3.34 та на автобусній зупинці. А для высадки пассажиров там можно останавливаться или нет? Под знаком 3.34? Да. Не. Только маршрутным транспортным способом. Вы маршрутный транспортный засіб? Нет. Бачите? Вы ответили сами на свой вопрос. Чому здійснили там зупинку? Высадить пассажира. Высадите пассажира? Угу. Бачите? Что можете пояснить с данного привода? Пассажир попросил там высадить его, я его там высадил. Вы когда последний раз повторял правила дорожного руху? Последний раз? Ну, вот меня в субботу повторил. В субботу повторил? С коллегами, с вашими, да. То есть вы умышленно здійснили зупинку, правильно я разумею? Нет. Не умышленно? Нет. Дивіться, я не знаю, как мой коллега, но я не бачив никаких пассажиров. Ви нас в оману не водите. Ну, я не бачу. Дивіться, ми проїхали, ми до вас під'їжджали. Дивимось, ви стоїть транспортний засіб, порушуючи правила дорожнього руху. Ви ко мені під'їжджали? Или мимо мене проїжджали? Мимо проїжджали. Угу, мимо проїжджали, так. Да. Ну, ніяких пасажирів я не бачу. Согласен. Він вийшов, я деньги положив в сумку, завелся і поїхав. Треба ж було зупинитись не під знаком, не порушуючи правила дорожнього руху. Я розумію, що він сказав там, зупини мені тут, і ви зупинились. Угу. Ну, не йому ж сплачувати штраф. Да? Ви думаєте, прийдеться мені штраф заплатити? Давайте тоді. Ви думаєте, мені прийдеться штраф заплатити, чи що? Ну, давайте. Якщо з документами все в порядку, я думаю, ми прийдемо до общого консенсусу, зробимо ламусне зауваження з даного приводу. Просто, ні, давайте, документи перевіримо. Просто ваши коллеги уже непорядочно поступили. Я принял решение в любой ситуации судиться просто с вами, ребят. И все. Чего непорядочно? Просто я не вам говорю. Ваши коллеги поступили непорядочно. Я принял решение в любой ситуации судиться с патрульной полицией. В любой ситуации. Я всегда буду с вами судиться. Все. Это конец. В любой ситуации буду судиться. Я еще раз говорю. Вот в любой ситуации. Проедете на красный, там, засмотрите. Ребят, я буду в любой ситуации судиться с патрульной полицией. Потому что ваши коллеги поступили непорядочно. Я вам отвечаю. Просто непорядочно. Зачем? Ну все мы люди, 5 утра. Паспорт просто нужно еще. Кровать их паспорт. Можно? Да, да, пожалуйста. Правильно? Да, правильно. Это все на
Так, Євген Євгенович, хочу вас запевнити, що не всі патрульні погані люди. Є добрі люди, я знаю, які розуміють, що 5-та година ранку